Городской родильный дом номер 1. Именно здесь появилась первая в Рязани экопарковка. Место было выбрано не случайно. Помимо важной социальной значимости объекта, здесь была проблема и посерьезней. Все время в роддом, когда приезжали, вот передачки передавать, да, папы, родственники, когда на выписку, парковаться негде было. Была грязь, были кусты какие-то, трава, машины ставили где угодно, невозможно было подъехать, было очень неудобно. Юлия и Анастасия когда-то были пациентками первого родильного дома и на себе ощутили все тяготы и невзгоды два территории. И теперь с открытием экопарковки главная их эмоция – это радость. Это очень удобно. Здесь просто удобно будет парковаться. Заливаешь машину, выходишь не в грязь, а на зеленый газон. Что из себя представляет проект? Это экологическая парковка на газоне под специальными решетками. Ячеистое покрытие кладут на газон, благодаря чему автомобили не портят зеленых насаждений. Экопаркинг широко распространен в странах Европы. Их срок службы составляет около 25 лет. Этот проект реализуется в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды. Он был создан по поручению исполняющего обязанности главы региона Сергея Карабасова. Значимость такой парковки уже оценил главный врач первого родильного дома. Ну, это, во-первых, имидж медицинского учреждения. Это в первую очередь. Второе – это эстетические условия. А третье – это настроение тех посетителей, которые приезжают к нам в роддом, чтобы проведать своих родственников, будущих мам. Так что, я думаю, тут только одни плюсы. В следующем году планируется открыть минимум 40 экопарковок. Предпочтение отдается социально важным объектам – больницы и школы. В настоящий момент определяются территории, в которых будет реализован этот проект. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город».